Обращаем внимание на соблюдение указанных требований. Спасибо за понимание. На первом пути продолжается посадка скорой поезд 70 Москва-Чита. На первом пути продолжается посадка скорой поезд 70 Москва-Чита. На первом пути продолжается посадка скорой поезд 70 Москва-Чита. Мирасева Гуна начинается с хвоста состава. Мирасева Гуна начинается с хвоста состава. Выход на первый путь произойдет через центральный вход здания вокзала. Выход на первый путь произойдет через центральный вход здания вокзала.